Сегодня мы соберем кубик Рубик полностью и выучим последнюю комбинацию. Я остановился на моменте, где еще не был собран желтый плюсик, чтобы еще раз повторить. Вот бывают ситуации, когда две стоят вот так, на одной полосочке, да? В такой ситуации нам надо вот эти две поменять. Ну, любые две просто поменять местами. Можно эти две поменять, можно эти. Можно эти. Любые две поменять местами. Потому что нам нужен именно, чтобы был правильный уголок. Вот здесь. Ну, например, да? А здесь неправильный, чтобы потом поменять местами именно уголок. Короче, вот. Мы там решили вот эти две поменять местами. Просто любые две надо поменять. Значит, надо повернуть вот так. И здесь сделать секретный лифт. Включаем секретный лифт, делаем, выключаем и поворачиваем вот эту сторону, возвращаем. Ну, можно было не поворачивать, можно поворачивать. Вот, и сейчас ворочаем и смотрим, какие два вот по уголку, вот они, мы видим, они стали на свои места, но не повернуты. Ну, ладно, ничего страшного, мама постирает. Значит, вот эти правильно, вот эти неправильно. Их надо поменять. Значит, надо сделать один раз секретный лифт, чтобы их просто поменять. Делаем. Включили. Сделали, выключили, вернули. Все стоят на своих местах, но, как мы видим, повернуты неправильно. Ничего страшного. В такой ситуации надо, чтобы вот эти... Надо ворочать, да? Чтобы повернуть... Просто повернуть вот эти вот. Надо два раза сделать секретный лифт. То есть, что у нас получится? Это вернется сюда, потом вернется обратно. Но они вернутся повернутыми. Честное слово. Нам нужно, чтобы был опять уголок желтый, чтобы был, да? Короче, меняем любые две местами, а потом снова меняем местами. Два раза делаем эту комбинацию. Включили. Сделали. Повернули. Включили, сделали, выключили, повернули. Все, опять плюсик на своих местах, но у нас теперь вот один уголок правильно повернут, другой уголок неправильно повернут. Ну вот его, значит, надо повернуть. Для этого надо два раза сделать секретный лифт. Вот так вот. Вот эти, вот правый верхний угол, так, повернули вот так вот. И вот здесь сзади включили по часовой стрелке. Чик-чик, чик-чик, выключили, вернули. И второй раз надо сейчас так же сделать. Включили, чик-чик-чик-чирик, выключили, вернули. И плюсик у нас теперь прям вообще правильный. Теперь нужно разобраться с уголками. Ищем уголок, который правильно стоит. Может быть, такого и нету, но вот у нас есть, да? А три, как правило, три остальных неправильно стоят. Ну, они еще могут нечаянно правильно стоять, значит, вам повезло, как бы. Ну, вот обычно бывает один правильно, три неправильно. Бывает вообще все неправильно. Короче, три случая, все неправильно стоят, один правильно, три неправильно и все правильно. Вот так вот, такие случаи бывают. Короче, неважно. Сейчас у нас комбинация, вот поставим его вправо-вверх. Вот как мы с плюсиком право-вверх, да, вот этот уголок меняли местами. А теперь вот этот вот. Только теперь надо не сюда поворачивать, а вот сюда, вверх. Поворачивайте вниз, вверх-вниз. Вы поняли. Вот этот уголок у нас правильно стоит. Последняя комбинация, которая меняет уголки, называется «За двумя лифтами погонишься, ни одного не поймаешь». Вот здесь наш главный герой стоит, слева опускается лифт. Он такой, о, лифт опустился, надо в него срочно попасть. Попал, да? А теперь второй лифт опускается. Он такой, о, второй лифт, хочу сразу два лифта. Или лифта, забыл погуглить. Потом левый поднимается, я опаздываю в него. Блин, опоздал, он уже поднялся. И этот лифт поднимается. Может быть, хотя бы в этот попаду. Не успел. Короче, наш главный герой остался там же, где был.
Все сохранилось. И плюсик сохранился, и две полосочки сохранились. А вот эти вот три уголка, они поменялись местами. Поверьте мне, честное слово. Да? Значит, сейчас надо еще раз все поменять. Вот наш правый верхний герой. Повернули так и делаем за двумя лифтами. Левый. Надо попасть в левый. Попал. Правый. Надо попасть в правый. Попал. Левый уехал. Не успел. Правый уехал. Не успел. И у нас, наконец, все стоит правильно. Этот уголок правильно, этот правильно. Этот правильно, вообще даже повернут правильно, да? И этот правильно. Ну, если у вас все стоит неправильно, вы просто любого главного героя сделайте, да, любого, даже если вот он неправильно здесь стоит, просто сделайте за двумя лифтами с любым главным героем, даже неправильным, и какой-то из уголков станет правильно. Какой-то. А потом его сделайте главным героем, чтобы три оставшихся поменять местами, тоже за двумя лифтами сделайте. И поменяйте его местами. Все, мы знаем все комбинации, если честно. Сейчас объясню, почему. Сейчас нам нужно... Все стоит на своих местах, только нужно ворочать уголки, чтобы они прям вообще правильно стали, да? Вот смотрим на уголок и видим, если мы его ворочаем по часовой стрелке, представляем вот так вот, видите, пространственная ориентировка, воображение, тренируем. Мы поворачиваем его как будто бы по часовой стрелке. Да? Значит, желтое станет сюда, оранжевое станет сюда, синее станет сюда. Вот так вот, да? Значит, надо два раза вот эту штучку повернуть местами. О, повернуть по часовой стрелке. Два раза. Вот эту тоже два раза. Там желтый сюда, потом желтый сюда. И тогда она будет правильная. И эту два раза тоже. Короче, есть комбинация, которую мы уже знаем. Это секретный лифт. Если секретный лифт сделать четыре раза, что произойдет? Плюсик не поменяется. Ну, то есть, если секретный лифт сделать два раза, эти повернутся. Но если еще два раза сделать, они повернутся обратно. То есть, плюсик не поменяется. Но что-то поменяется в кубике. Что-то в кубике поменяется. А именно, уголки будут поворачиваться. Вот такая вот штука. Значит, если четыре раза мы сделаем секретный лифт, только вот наш главный герой... На этот раз вот здесь вот. Оказывается, если мы вот секретный лифт делаем 4 раза, то вот этот нижний правый не ворочается, а все остальные 3 ворочаются. Ну вот так вот все устроено. Надо запомнить, что вот нижний правый не ворочается. Значит, вот нижний правый ставим, тот, который мы не хотим, чтобы он крутился. И делаем вот так вот секретный лифт 4 раза. Раз. Два. Три. Четыре. Он не поменялся. А вот эти три повернулись по часовой стрелке. Теперь им надо еще один раз повернуться по часовой стрелке, чтобы кубик полностью собрался. Значит, вот этот снизу справа правильный. Поворачиваем сюда. И делаем еще четыре раза секретный лифт. И кубик наконец-то соберется. Раз. Два.
3. Так, сейчас я запутаюсь. А, все, 4. Чуть не запутался. Все, кубик собран. Ну, бывает такое, что все 4 уголка стоят правильно, но повернуты неправильно. Тогда вот если вы знаете, что один не ворочается, все 3 остальные ворочаются, да, ну, вы можете вот на любого главного героя, который справа снизу стоит, да, сделать 4 раза секретный лифт, может быть, еще раз сделать 4 раза секретный лифт, таким образом, чтобы какая-то одна стала совершенно правильно. И потом, допустим, это стало правильно. Так, поворачиваем вот так вот. 3 оставшихся неправильно. Ну вот и просто их ворочаем. Бывает, что 2 стоят правильно, 2 стоят неправильно. Ну, тогда вам все равно достаточно будет знать эту комбинацию. Надо же только немножко подумать, какие что как вертеть. Да? То есть, какого главного героя сделать, чтобы вертеть 3 оставшихся. И, ну, оставлю уже эти вертушки уже вам, чтобы вы сами подумали. То есть, надо только знать, что 4 секретных лифта вот эту оставляют справа снизу, остальные 3 ворочают по часовой стрелке один раз. И вам достаточно этого знать, чтобы потом придумать, как что повернуть. Вот. Это уже не такая уж и сложная задача. Оставлю ее вам. Не буду уже разбирать тут 15 минут оставшихся. Все остальные случаи. Ну вот, как-то так. Надеюсь. Я уже объяснял так понятно, как только можно. По-моему, ну даже если я не объяснял, прям понятнее всех на Ютубе, да? По-моему, эти комбинации, которые я вам показал, и объяснение их, да, ну пусть там надо что-то запомнить, но, по-моему, это они одни из самых простых по объяснениям. То есть не надо запоминать там право, вверх, лево, зад, там по часовой, 2 раза против часовой, вот эти вот, вот такие вот объяснения, да. На Ютубе таких много. То есть там можно запутаться, приходится запоминать тупо текст, тупо комбинации запоминать, а тут хоть какое-то объяснение. То есть есть какие-то главные герои, которые пытаются попасть в лифт. Почему, что, где и как. Ну все, до свидания.